собственные акции проводят и сторонники партии «Единая Россия». Одна из них – «Дорога добрых дел». Активисты всегда откликаются на просьбы о помощи. Недавно они встретились с представителями Одинцовской общественной организации «Мир детям», которая объединяет более 70 семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Полтора года назад у общественников появилось свое помещение в одном из домов по улице Маршала Бирюзова. Здесь проходят встречи, мастер-классы и другие мероприятия. В преддверии нового учебного года у родителей накопилось немало вопросов, которые прежде всего касаются реабилитации и участия во всероссийской программе «Лыжи мечты». Сторонники партии «Единой России» пришли на встречу не с пустыми руками. Сторонники «Единой России» сейчас проводят акцию «Дорога добрых дел». Очень много хороших добрых дел было сделано не только в районе, но и в Московской области по этой акции. И в частности мы пришли вот обсудить как раз деткам к школьному периоду. К нам пришли спонсоры сами, сказали, что мы хотим передать 150 пар обуви спортивной для детей, вот именно этой категории детей-инвалидов. Нам очень важно, когда у нас внимание для таких детей. Мы уже чувствуем и помощь, чувствуем, что и рядом плечо есть. Я знаю, что я могу обратиться, и мне всегда помогут. Сторонники партии «Единая Россия» стараются поддерживать семьи с детьми-инвалидами, обеспечивать им полноценный досуг, помогать в организации реабилитационных программ. Активисты планируют и дальше сотрудничать с организацией «Мир детям».